В зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла накануне состоялось архиерейское совещание Русской Православной Церкви. Для участия в собрании прибыли 259 архиереев. В начале заседания председатель обратился к епископату с докладом, в котором затронул сложную политическую ситуацию на Украине. Долг церкви в настоящее время не давать политическую оценку какой-либо из сторон вооруженного противостояния, но указывать на необходимость продолжения переговорного процесса, призывать враждующих к миру, обращая внимание на катастрофическое положение мирного населения в зоне конфликта. В ходе заседания участниками архиерейского собрания были подняты основные темы внутрицерковной жизни. Это и создание безбарьерной среды на приходах, то есть доступность храма для людей с ограниченными возможностями, и прославление новомучеников, а также открытость церкви для журналистов. Задача сотрудников епархии, отвечающих за информационные направления, помогать журналистам находить интересных людей и явления в современной жизни церкви, а не только в ее прошлом, заявил святейший владыка на совещании. Почивший.